Фотограф, как и любой деятель искусства, это художник. А художник делает прежде всего для зрителей, чтобы воплотить свои творческие амбиции. Василий Прудников. Фотограф, фотожурналист, издатель, куратор фотовыставок, создатель и руководитель культурного проекта «Роспрессфото», преподаватель авторских фотокурсов, лауреат национальной премии «Золотой глаз России» Союза журналистов Российской Федерации, эксперт в областях «История российской фотожурналистики», «Фоторепортаж», «Искусство фотографии». Что такое качественная фотография? Существует два критерия качества. Это техническое и художественное. Что такое техническое качество? Снимок должен быть четким, ясным, резким, понятным. Чтобы достичь технического качества, нужно выстроить правильно настройки фотоаппарата. Установка выдержки, диафрагмы и баланса белого. Я считаю, что художественное качество стоит выше технического. Почему? Потому что снимок с абсолютным техническим качеством не гарантия успеха вашей фотографии. Вот здесь есть размытые детали. Движущийся автомобиль. Технически фотография некачественная, потому что здесь есть смаз движения. Но смаз движения как раз-таки является очень сильным художественным средством, которое передает динамику картинки. Вот здесь я вам покажу вот этот снимок. Здесь, наверное, тот самый баланс, о котором мы сейчас говорим. Баланс технического несовершенства и художественного качества. Здесь все нечетко, но очень четко улавливается герой снимка. Техническое качество, безусловно, нужно на фото, на документ. Рекламная фотография для постеров, для обложек журналов. А опираясь на качество фотографии как носителя этой рекламы, фотограф, вернее потребитель, сначала доверяет фотографии, а потом уже доверяет той услуге, которую она рекламирует. Никогда не чистите свои файлы или негативы сразу после съемки. Дайте им отлежаться. Потом вы взглянете на них совершенно другими глазами. По моему определению и совету это всем, понимать качественную фотографию как интересную фотографию. Интересная фотография сочетает в себе три момента. Это правильная экспозиция, красивый свет и интересная композиция. Когда вы будете уметь вводить в свою фотографию три этих ключевых составляющих, то у вас будет получаться хорошая фотография.